И вновь о событиях в нашей стране. Алжас Бектенов встретился со спортсменами, участниками 17-х паралимпийских летних игр. Премьер-министр вручил национальной олимпийской сборной флаг Казахстана. Его они пронесут во время торжественной церемонии открытия состязаний. Уже определены флагоносцы. Это призер азиатских паралимпийских игр, 10-кратный победитель чемпионата Казахстана по волейболу сидя Берик Измагомбетов и чемпионка Казахстана по параполевой стрельбе Севда Алиева. Соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Глава Кабмина пожелал сборной успехов. Они, в свою очередь, пообещали бороться до конца. Добавлю, в летних паралимпийских играх примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная страны получила 33 лицензии в 9 видах спорта. Среди них пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара дзюдо и другие. В копилке сборной страны за все годы по летним играм 7 медалей.